Привет, ребятушки, добротушки, дорогие, доброго вечера. Приветствую на канале Logon Play. Мы продолжаем прохождение игры Yoshi Creators World. Мы, знаете, в бумажной вершине, так, кстати, и забыли. Смотрите, мы можем еще в одно место сходить. Магниты и крошки Мышкины. И крошки Мышкины, господи. Вот. А я что-то думал, что мы уже в следующую локацию пойдем. Оказывается, нет. Есть еще у нас одна локация, куда сходить. В прошлой серии мы с вами открывали костюмы, поделки собирали. Вот, и теперь я бегаю в костюмчике. Вот сегодня я бегаю в баке. Зелененький бак сделал, красненького Йоши взял я. Оба. Фига себе, магниты. О, приколь. Они обороняются. Бульк. Так, я его кинуть, что ли, могу? А, точно, смотри-ка. Ох ты, прикольно сделали. Зачет. Вот это классный уровень. Так, а что у меня здесь? Я не знаю, как тут пройти. А, магнит нужен. А как мне взять этот магнит с собой? Я же его не могу взять. О! Ха. Блин. Вот это не придумали, а. О, есть, взял. Так, а как туда попасть-то? Блин, убил его. Надо его сзади нахавать. Точно. Все, яичко появилось у меня. Ай, блин, вот это косяк. Куда я его кинул? Прикольный уровень. Вообще офигенно придумали. Слушайте, ну вот игра заставляет меня радоваться вообще полностью. Бульк. Так, а, здесь магнит нужно кинуть, чтобы деньги взять. Короче, магнит — это наш друг. С ним везде надо ходить. Вот и ништяк. Первый взяли этого, как его. Опа. Нифига себе. А чё? Туда наверх, что ли, можно залезть? Слушай, ну я не знаю. Теоретически-то можем. Но я думаю, что нам надо сюда надо идти. Так, первый взяли. О, корешок у меня тут пришел. Онлайн. Так, еще взяли денежку, да, мы? Две денежки взяли. Ой-ой-ой. Обманули дурака на 4 кулака. Ай, блин, ай, блин, ай, блин, ай, блин. Все, ладно, что-то взял. Обороняется хорошо он. Так, а если кину у него? Облом. Ага. Не ушел от меня цветочек. Ну, я ромашка называю. Язычок у нашего кореша длинный. Бульк. Мышара. На тебе. Ей, звездочку взял. Меньше бегать будут от меня. Ага, вот еще мышара, кстати. Воришка. Получил. Бульк. Это как так? Это благодаря моим крутым выстрелам, что ли? Ладушки, спасибо. Снайпер в деле. Ух ты, смотрите, какой-то знак вопроса. А, смотри, не могу. Наверное, наоборот, когда буду бежать. Да. О. О, видали, когда. Так, там мыши с магнитами предупреждают меня. И
Надо у мышки магнит забрать. Все, я их сейчас всех захаваю. Ох ты. Почти получила. Ну то прикол они сделали с мышкой, конечно. Так. Ну-ка. Дульк. Есть, отлично. Заработали. Ох ты, круто. Молодчина я. Ой-ой-ой-ой-ой. Бульк. А, вот в чем дело. Надо, чтобы пройти. А я ж откуда знал-то. Отвали. Моя денежка. Так. Окей. Опа, обманул дурака на 4 кулака. О. Так, даже это их не дали. О. Так, а как тут быть-то? О, нашел еще какой-то ящик. Денежку дали, но немного. Ое, красавчик я. Ай, ай, ай. Ай. Солдат, будешь моим. Смешные ребята. Так, на время. Это я, конечно, люблю. Есть, отлично. Я крутой воришка. Украл. Язычок-то вверх тоже можно делать. Ой, блин. Так, а мне кажется, сюда вот если магнитик поставить, то я могу залезти. Ага. Так, еще на время что-то, погоди. Денюшка моя. О, есть. И мой... Ух ты, я пропустил где-то. А я ж говорю. Вот сюда надо идти. Он не хочет сюда. Вот здесь вот по-любому есть. Я чувствую. Ну как туда попасть? Смотрите, кусты трясутся. Собьем кусты тогда. Буль-буль-буль. Бульк. Ай. Есть. О, все, открыл. Так, я теперь сейчас его возьму. Есть, 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 есть. Меня не обманешь. Я же говорил, оно здесь, я чувствовал. Да, может я наконец-то соберу все, раз чуйка у меня сработала. О, туда еще как-то надо подняться. Интересно. Вот так вот надо украсть магнит. Ну-ка. Блин. Он сделал влево. Блин, почти попал. Язычок ударил об что-то. Мимо.
Со мной это куча яичек. Они, кстати, яички немножко их бывает раздражают. Да нет, может я зря так прыгаю? Все, я его похитил. Во! А я же говорил, что не все так просто, не зря там эта штука. Мани пригодятся нам потом. Так, здесь будут с магнитами. Ну, это PC-кейк. Дай мне магнит. Зараза, а. Куда они там наверх залезли? А, вон в чем дело. Все, опять напугал. Они друг другу кидают, гады. Я их сейчас тут завалю всех. Короче, мне нужно еще вот этот один похитить. Куда пошел? Пошел сюда. Да ты что делаешь-то? О. Все. Да блин, эти мыши, а. Ое. Отлично. Так, а что тут делать? Ух ты. А, нам вот сюда надо идти. Все, я понял. Ага. Есть. Отлично. Почти туда попали. Блин, нам надо еще один магнит. Ёлки-палки, они тут все продумали. Хорошо, ладно. Сейчас еще один возьмем. Все, шикардос. Так. Ну и, блин, почти все красные собрал. Ну, видимо, что-то где-то там. Не досуг... Ой, блин. О, блин, одной не хватает. Обидно-то как, а. Так. Туда нам надо, да? Ха. Так вообще, чтобы пройти туда надо. Сейчас он повернется. Блин, а что такое? Как тут быть? Нет, не хочет, слушайте. Хм. Интересно. О, вот так вот надо. Теперь второй. О, точно. Так.
Есть, я нашел последнюю. Молодец. Давно я не собирался. Ух ты. Круто. Я почти на 100% уровень прошел. Офигеть. Вот это круто. Да, я все собрал ромашки. Звездочки собрал больше 100. Жизни пришел. И только одну красную штучку не нашел. Это вообще, конечно, не фартануло, но... Зато, в принципе, я молодец. Можно порадоваться. Что я последний уровень на этой такой планетке так классно сыграл. Да, вот теперь проход появился, да. Видите, я говорю, что... Смотрю, в прошлый раз не было его. Так, чувак хочет. Не, подожди, мы тогда давайте, наверное, собачек пособираем тут. Раз есть возможность назад. Ну, посмотрим. Уровень такой тяжеловатый довольно-таки. Тут надо очень быстро работать. Попробуем разочек прибежать. Так, побежали наоборот. Я, кстати, не посмотрел, за сколько минут надо, но ладно. Ага, не едет ничего. Ладно. Так. Тут торопиться нельзя. Опа. Уху, ехал. Так, а собаки-то где? Собаку все пока не видно. Ну, эти магниты... Вот где-то тут тявкат. Где собака? Я ее не вижу нифига. Блин. Кто-нибудь видит собаку? Непонятно. Может, надо выйти? Нет, если выйдешь, то все. Может, она за кошкой? Нет, не видно за кошкой ничего. Странно. Ну ладно, пойдем. Не вижу. Сейчас скажу. Там вот мыши. Там, вот там, по-моему, собаку не пытают. Ну-ка, что тут делаете? Разбежались, засранцы. А, ладно. Блин, что тут надо этот брать, что ли? Ну, в принципе, по логике, да, мне зачем вот этот вход? Ого. А, мне сюда не надо было идти, ёлы-палы. Ну, кто же знал-то? Собак не видно, главное. Голодный песик. Шутка, Йоши голодный. Туристы. Туристов вольну. О, я закрываться могу. Смотрите. Оп, и я в домике. И никто не понял, что я здесь, да? Блин, собаки-то где, елки-палки? А, вон он, пёсель. Слушайте, ну вот он тут-то упал. А там-то почему он не упал? Странно. Он турист опять сидит. Туриста нет, туриста.
Так, тут никого нет. Окей. Так. А, там песик, я вижу. Мне надо как-то опустить эту платформу. Мне нужен магнит, что ли? А где его взять? А, я вижу. Так. А, все, поднялся он. Розовый песик. Девочка. Фух, нифига, я их вольнул. Ну, а ты финиш. Да, песиков только двух собрал. Даже маленько обидно. Язычки такие кажут. 3:30, а я-то еще сколько шел. Я первый-то то ли косяк, то ли что, непонятно, почему так получилось. Ладно, бывает, что теперь сделаешь. Фу, все, теперь точно мы можем идти дальше. Кстати, этот просит, наверное, какие-то опять поделки собирать. Так. А эта дама не просит? Нет, дама не просит, но она, наверное, потом попросит. Или это не дама, тоже мальчик, неизвестно кто. Ну все, вот смотрите, вот так вот мы классно прошлись с вами, ребятки, сегодня. На сегодня, наверное, закончим. В следующей серии продолжим приключения Йоши. Вот. Зато вот этот уровень я прошел вот практически великолепно, только не собрал. Да, вот одну красную, эту как его, монетку и все. Магниты и крошки Мышкины. Спасибо за все ваши поддержки в мой адрес. Благодарю. Увидимся, мои дорогие, на канале. Пока.